Югорчане этой ночью стали свидетелями уникального природного явления. В небе можно было увидеть северное сияние. Оно появляется при геомагнитном возмущении, но чаще зимой. Летом наблюдать подобное приходится крайне редко. Специалисты сообщают, что сильная магнитная буря началась 17 августа и продлится 3 дня. Не исключено, что северное сияние мы увидим и этой ночью. Ярче всего небо пылает с полуночи до 3 часов ночи, а в светлое время суток переливы перебивает солнечный свет.